Рада, привет. Я тоже вас, ребята, обожаю всех. Просто до безумия. Блять, как же вы все. Вот, смотри. How are we living, bro? Че ты там делаешь? Саша, а где ты? Чего ты не видишь? Сейчас зима, пацаны, да, холодно дома. Мы батареи не включили. Сейчас пиздец. Не очень тепло. Я вообще в куртке, блядь, кофту сижу. Если чё, кто думает, что, блядь, зимой в Барселоне очень тепло, ну, ошибаются очень сильно. Санёк, привет. Егорыч, здорово. Не знаю, как лучше? Хуже горшко можешь сделать. Или можешь так сказать? Лучше горшко сделать. Давай горшко сделаем. Здорово, охуенно. Недавно в городе не видел как Куба. Кого? Да про кубинцы там что-то говорят. Сейчас будем делать homemade hash и будем его курить. Псков, привет, пацаны. Костяныч, мы делаем гашиш сами сейчас. Сейчас покажем тебе его. Shit, nigga. Where is your phone? Бля, такая штука получилась. Ну так она не нужна. Санька Голда, смотрите какая, а? Яша, здорово! Я за бумажками, пацаны. Не, подожди, там еще за нами. Как они, да, у нас улетают. Нам просто, бля, по три пачки нахуй в день, бля, улетают. Скидываю на свай. У молодец, ты тут. Здорово, плотно.
вот эти ребята, которые пишут всякую хуету тут, бля, вы можете просто полезать, реально мои яички, пацаны, потому что вы не вывозите вообще нихуя по жизни, как бы. А где они, внизу продаются? Да. Хорошая работа, любимая. Да, это вообще, да, это уже десятая, наверное, за сегодня, если не больше. 3600 за 3600 рублей за 3 грамма, это нормально? А ты где живешь, парень? 2000 рублей? 3600 рублей за 3 грамма, а где ты живешь? Да это у него барыга наебывает. Тебя наебывает барыга, брат. Эти барыги, они такие, пиздец. Такие они, бля, все. Где деньги? На счете в банке, братан? Это кто спрашивает? Где деньги? Просто, Олег, где деньги? Пусть знает, на счете в банке обычно. 200 гривен грамм. Это много? Да нет, я не знаю. Я не знаю, сколько просто гривен. Сколько гривны? Гривна к рублю сколько? А что вообще за темы тут такие? Не знаю, вон они... Нахер они вообще это тут спрашивают и пишут? Так они просто им делать нехуя, им неинтересно просто. Сидят там, дрожат. Покажи. Вот этот парень опять, покажи хуй, вот он лучший вообще. Братишка, ты что, не видел хуя, что ли, никогда? 4 рубля. Сходи в баню, блядь. Русь, а чё? Бля, я пропустил. Русик там чё-то ебашит. Руся! Руся, напиши всем, что ты тут про них думаешь, блядь. Про всех, блядь. Серёжа, я тебя целую, обнимаю. Они все... Братуха. Смотри, и Клерчик тоже тут. Все, короче, братаны тут. Ну, раз братаны все тут, тогда я не буду выключить, завершать этот сеанс. Мирусо, смотри, он тебе пишет. Ходе! Ходе! Кармело. Бля, лучше. Сережа, когда ты уже что-то пришлешь, Сергей? Сергей, который Демира профит. Когда уже я услышу от тебя что-нибудь? Надо работать. Коба лупит, пока вы тупые вопросы задаете. Лупит на скейте или лупит соску какую-то? Лупит соску на скейте. Или лупит соску на скейте, бля. Мы ебашим по наводке, подливают суки водки. Она дает свое лицо, мой хуй снят у нее в глотке, бля. Гадлям. Олег, возьми на работу. Олег, двинь сироп просто. Да, пацаны, вот хочу вам объяснить насчет тассиина, то, что мы пьем в Испании, да? Еще раз объясняю, это никакой не прометазин with кодеин, как бы. Там нету именно того вещества прометазина, то, что в Штатах пьют. То есть мы пьем, это намного слабже, это как, ну, для деток, знаешь, то есть, чтобы объебашиться, им надо выпить очень много, очень. И мы его пьем просто для, чтобы расслабиться, и все. Куришь косячок, пьешь линчик, и шикарно себя чувствуешь. Просто если бы вы пили лин, который пьют в Штатах, вы бы не смогли даже разговаривать, вы бы просто спали тупо после, блядь, пару пробочек. Так что то, что продают в Испании, вообще да, довольно-таки неплохо. Ну, достойная штука. Еще и вкусная.
Толстяк базарит. Толстяк, вот, вот видите, вот Supreme House Hunter, вот что пишет. Не пейте кодеин, кодеин это плохо. Он абсолютно верно говорит. Кодеин это плохо. Вообще наркотики это плохо, ребята. И я хочу, чтобы вы четко уже, бля, осознали то, что мы не пропагандируем наркотики, не пропагандируем такой стиль жизни, как бы. Мы живем таким, такой жизнью, но мы не хотим, чтобы вы жили, как бы, этой жизнью. И я очень надеюсь, то, что из вас вырастет хорошие, достойные люди с правильным воспитанием, с достойной жизни, и вообще у вас все будет замечательно и супер. 2500 пока. Пейте молоко, блин, все равно. Книга хорошая. А что это? Ли Узи Вёрт играет? Бля, я ненавижу Ли Узи Вёрта, пацаны. Пойду переключу трек, я просто нахуй. Я не знаю, что это такое. Я слушаю разную музыку, абсолютно не только кик-поп. Санёчек подстригся, потому что его заебало. Заебало тупо. Заебался, пацан. Илюха, привет. Да он не обижается. Забыл давно уже. Прошло. Что было, то прошло. Ты знаешь, как говорят? Что было, то пришло. Пришло время. Ты там как? Как Москва. Как вообще Москва, блядь? Как столица вообще поживает? Из русского рэпа я слушаю только Благого и Сон Шалифа. Больше не в Haunted Family, потому что он сам решил покинуть семью, потому что ему написывают сумасшедшие фанаты, которые его заебывают, и он решил, что ему это все не нужно. Алинка, привет. Короче, скоро, буквально через там недельку, полторы, я буду заливать на iTunes свой английский микстейп. Это будет не альбом, это будет тейп из трех песен, там будет три трека всего. Но они полностью будут на английском языке. Так что будет новый шаг, да, в моем творчестве. Да, Лэмс. Карина, привет. Питеру привет, конечно, Питеру привет. Питеру всегда привет. Питеру всегда привет. Как тебя, мусора, еще забежут к мусоре? Пытались очень много раз пытались. Как? Ты украинец. Я не украинец, но во мне течет, да, хохлядская кровь, это точно. Наверное, можно, не знаю. Саня, что-то тебя хочет Егор. Что ты хочешь от него, Егорыч? Не, будет на русском тоже треки, но их будет... На русском я буду выпускать просто альбом уже второй, сразу же. Второй альбом, не знаю, когда он выйдет, но я уже работаю над ним. Шабаш, но... Типа бандит, понял? Ты другой уровень, скажи. Вот, видишь, нормальный вопрос хоть задали, а то какую-то фигню. Когда фит сгул? Олег! Рус, здорово, бля, я не верю! Рус! Мне 27 лет, в мае 28. Часа разницы в Барсе и в Питере, ну и в России. 2 часа разницы. Да Рус лучший, бля, ты же знаешь, какая твоя... Ну, нормально, да. Я не могу сказать, какая песня моя, с кем из русских рэперов выйдешь раз на раз. Илья, бля, раз на... С кем? Ты знаешь, на самом деле готов по очереди выходить.
по очереди. Пока не упаду, братуха, сам, понимаешь? Пока сил хватит, ребята. Ильюха, да, Ильюха ходит, занимается, зальчик, молодец. Вот, так ясен хуй, блядь, а кто у меня будет это, блядь, тренировать, нахуй капу вставлять, блядь, в воде? Олег, скажи привет. Не буду я говорить, мне не нравится эта фамилия. Я красивая, давай встречаться. Все верно, базаришь, Илья. Когда... Я не играю в Майнкрафт. Бля, и вы не представляете, что я поставил себе на компьютер, если я вам скажу. Я думаю, вы охуеете окончательно, блин. А чё, Саша? Он чё, охуел так говорит? Да это там. Может, ты ему понравилось, откуда ты знаешь. И чё она в одежде? Вы чё туда устраивали? Я не знаю, почему она в одежде Илюха ходит, а, ну. Я не знаю, почему она ходит в одежде, реально. Братан, я помимо того, что я дотку на компьютер поставил, как бы, но я в нее недолго поиграл, потому что что-то не особо у меня получается. Но я поставил себе, братан, World of Warcraft, как бы. И у меня Demon Hunter 110-го. Братишка, я нагибаю просто жестко казню нахуй. Как так уже там какой-то дис пошел? Там уже начну Олега играть в доту забрал. Ты что, ты играл в Вов, что ли? Я не помню, на каком серве я играю, пацаны. Как и Ильюха в Battlefield. Ну, блядь, я не очень хорошо играю в Battlefield. Я в CS хорошо, в 1.6 играю. Я даже помню, когда я был маленький, у меня была команда, и мы ездили, на юго-запад, в Купчагу, в какой-то Эврика 3 клуб назывался, на Лени или в Автово, я уже не помню даже, где это было, это был пиздец. И тогда был чамп по контре, и мы... Ну, мы въебали сразу второй команде, как бы, и уехали. Там так пацаны играли, я охуел. Чё, ты купил 7-й Resident Evil? Battletech, WoW. Я не помню, пацаны. Я даже не помню, блядь, как сервер называется. Но я помню, что PvP какой-то сервак, типа, за Орду я играю. Сонька 4. За Орду, конечно, нахуй Альянс, пизду. Вообще, я играл в WoW еще там с 15 лет, еще с первой части. Когда еще только на английском, русского не было. С родителями общаюсь, но не так часто. Бля, мы в GTA вообще с тобой так давно не играли. Да у меня тут это... У меня исчез интернет. Вот у меня, я по-хуевому интернету сижу. Мне надо пойти оплатить интернет. Какой... В Петербурге я жил на многих станциях метро. Мой район Чернышевская. Самый первый район. Потом я жил на Ваське, на Приморской. Потом я жил на Юго-Западе долгое время. Потом на Петроградке. Потом на углу Ленинского и Невского квартиру снимал. Много где жил. Нищеброд — это вряд ли.
Если я нищеброд, то самый, блядь, самый вообще, как бы, ну, элегантный пацанный. Самый, нахуй. Сам учил английский. Да, сам учил английский. В Купчаге, да. Купчага — это соседний район юго... ну, Автово. Автово, Ленинский. Там еще такой район, там Попугайник, может, кто-нибудь знает. Новые татухи скоро буду висорить, Санек, а? I'm rocking Moncler when I'm cold. Смотри, да. Отжал, блядь. Отжиматель, нахуй. Воткинску привет. Бля, где это вообще? Где Воткинск? Смотри, он все хочет, чтобы я ему хуй показал. Покажи ему хуй. Неугомонный парень. Просто неугомонный, блядь. Я знаю русский, английский и учу испанский. Но не так часто... Но так, подучиваю потихоньку. Еее. Люканку, блядь. Сумеру. В Казахстан с удовольствием. Какие казачки, а, горячие, да? Скажи, став... Что? Блядь, сколько информации вообще? Как они закидывают вопросы? Вообще такая ебанутая информация. Киза... Часто пропускал, да. Когда приедешь? Мулатки пизжи, го в Китай туром. В школе учился, ну, некоторые предметы мне давались нормально, а некоторые тяжело. Вот алгебра, геометрия не очень хорошо, а по химии 5, не, по химии 4, пизжу. По химии 4, по физике 5. Литература 4, русский 3. Ну так, не особо выдающимся учеником был. Не надо ждать ни с кем фитов, ребята. Если будете ждать фитов, то только с иностранными пацанами. Фараон, пизжи тебя. Так, братишка, что ж ты тут делаешь-то? Изеру, помоги, трэп. Я не могу помочь этому пацану. К сожалению, как бы я не хотел. С фейсом заебали, потом, наверное, бинарек откладывался, так и не получилось. С фейсом... как вам сказать, да, не знаю. Мне кажется, у этого пацана просто свой путь. Вообще у каждого свой путь, вам так не кажется? Насчет Лил Пипа объясню, если вам нравится слушать, как пацан с покрашенными волосами ноет, какая хуевая жизнь бывает, когда его девочка кинула, то слушайте, я не возражаю, как бы, но для меня Лил Пип — это то же самое, что Лил Пис, как бы. И вообще сейчас, ну, люди начинают слушать рэперов новых, и они... особо даже не разбираются и не понимают, кто из них действительно что-то свое привнес, что-то новое, что-то достойное. То есть очень много людей, которые сейчас появились, они музыку портят, они делают ее лучше. Но это не относится ко всем. Боунс всегда делал круто и будет делать круто. Он молодец. Олег, какой у тебя любимый сорт? У меня много разных сортов любимых, ребят. Хороший адвокат.
Да, я согласен, что Боунс ничего не делал, давно не выпускал, но это не отменяет. Не отменяет все его старые заслуги и его творчество. И очень много людей были вдохновлены именно его творчеством. Некоторые даже полностью спиздили все, что у него есть. A$AP Rocky. Что-то давно не слышал ничего нового от него. А так Rocky молодец. Ну, Creative Flag, а что тут еще базарить? Парень делает бабки. Он молодец. Грег Сен, нет, не слушал, послушаю. Ну а кто еще? Я, может быть, спиздил или что? Трюк на скейте, любимый лейзер флип, фейк бит хил. Night Lovell очень крутой, очень, ну прям очень крутой тип. Сам биты делает, музыку полностью, продакшн, сам читает. Долго не мог найти свой голос, как ему правильно подавать на свои биты, свою же читку. Но он нашел, и это вообще канает, как бы, нихуево. Очень много талантливых музыкантов, ребята. Безумное количество. И они все ебут. Все ебашат, молодцы. Экстасьон. Я даже не знаю, как это читается. Экстеншн или что это? Что это вообще? Мне не слышал. АК-47 ебет. Ну, может быть, для тебя. Скажи насчет Suicide Boys. Suicide Boys. Молодцы. Они взяли. Они прутся с Lord Infamous, с Купсты, со всей Free Six Mafia. Они молодцы. И поддерживают творчество. Двигаются в одном направлении, делают только Triple Six Shit, как бы, и очень достойно делают. Молодцы. Young Lean, два трека мне, могу послушать его, больше ничего. Да даже, братан, то, что я им объясняю, они не понимают, так что не парься. Я привык. Треки, скорее всего, будет с первый мой фит с иностранным исполнителем, будет с одним участником Райдер Клана. И он будет в будущем уже со всем времени. Я не буду говорить, кто это будет сюрприз. Велил Сквад, как тебя? Никак. Слышал, что они делают и пытаются очень быть похожими на Suicide Boys, но... Не знаю. Нел или Рел? Нет, не тот и не тот. Не Нел и не Рел, нет. Влад, ты не попал. Но было бы неплохо с Нелом сделать. Как тебе Suicide? Я уже отвечал на вопрос, как мне Suicide Boys и...
Такі, як має Ямтак, я хочу купити собі дім. Такі, як має Ямтак, я хочу купити собі дім. Такі, як має Ямтак.